Здравствуйте, дорогие друзья! Вот, скачал приложение, тахометр называется, и решил вот сверить, как вот работает это вот приложение. Вот они, значит, бирочка. Это советский электродвигатель. Вот они, обороты. Обороты 2750. То есть это трехтысячник. И вот решил сверить с приложением, как оно показывает. Сколько оборотов двигателя? Вот, значит, на торце приклеил липкий скотч. Ну, двусторонний. Обрезал его по периметру. Значит, черчу вот здесь вот маркером рисочку. И вот. Сейчас включим. Вот. Вот она, рисочка пошла. Здесь, значит, в тахометре. Мигает лампочка. И то есть и будем сверять обороты. Вот. Включаем. Вот она. И вот лампочку, значит, направляем к рисочке и начинаем. Вот видите, рисочка бегает в разные стороны. Значит, обороты, тут я поставил 1300 оборотов. Вот видите, 1300. Значит, добавляем обороты. 1400, вот она, рисочка забегала. 1500. Вот она бегает, бегает. Она должна остановиться. 1900, 2, 2200. 2400, там написано 2750 на двигателе, на бирке. 2500, 2600. Так. Ну, давайте по 50 сейчас нажмем. Сейчас будет по 50 прибавлять. 2650, вот рисочка уже медленнее стала. 2700, 2750. Все равно рисочка двигается. Ну, давайте сейчас по десяточке будем добавлять. 2760, 770. Рисочка должна остановиться. Как только остановится, обороты будут соответствовать. Видите? Все, вот рисочка тормозит практически. Ну-ка добавим. Ну вот, примерно 2880, ну, по приложению. Вот видите, рисочка должна остановиться. Ну, вот 2880 примерно оборотов. Видите, опять рисочка начала бегать, я убавил 2860. Две тысячи восемьсот восемьдесят оборотов по приложению. Ну вот, выключаем. Ну вот, двигатель трехтысячник. Конечно, точно приложение не покажет. Ну вот, примерно. Ну, понятно, что двигатель 3000 оборотов. Вот. Вот эксперимент. Ну вот так вот можно проверить, сколько оборотов двигателя. Допустим, если нет на двигателе бирки, или вы не знаете, сколько оборотов, то можно вот включить и по приложению вот посмотреть. И узнаете, сколько оборотов двигатель. Трехтысячник, или полутора тысячник, или там 900 оборотов. Еще одно приложение скачал я, и тут уже по вибрации и шуму будет мерить обороты двигателя. Для этого нужно создать как трещотку. То есть наматываю изоленту. Вот я придумал тут. Мотаем изоленту. Вот. Намотали плотненько. Тут, значит, отщипнем. Так. То есть он будет вот так вращаться на меня. Я подставлю фломастер, и он будет как трещотка. А это будет аудио записывать, и посчитаем обороты. Вот оно.
Lex Audio Editor. Это не реклама. Это просто хочу провести эксперимент. Посчитать обороты электродвигателя. Значит, вот тут хватит буквально секунды. Нажимаем, секунда прошла, и выключаем запись. И будем считать вот по долям секунды. То есть 0,2, 0,4, и вот сейчас все увидите наглядно. Запускаем. Вот, пожалуйста, получился вот график. То есть 0,1, 0,2, 0,3, десятки секунды. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Нам буквально вот можно два отрезка, либо один, вот 0,1, десятку. Посчитать, сколько было за десятую часть секунды колебаний, а потом это все умножать. Вот давайте начнем. Так. Вот, давайте. Раз, вот большие палочки. Значит, за десятку посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. То есть пять. Так, это получилось за десятую часть секунды. В секунде у нас, так, десятка. Сначала умножаем на 10. 5 на 10, 50. 50 в одну секунду получается оборотов. А потом 50 умножаем на 60 секунд. Получается 3000. Вот, пожалуйста, 3000 оборотов. Все, посчитали. Ну, давайте посчитаем за две десятки. Потом умножим на 5, соответственно. Вот, давайте. Раз, палочка, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Видите? То есть 10 палочек умножаем на 5 частей. То есть за одну секунду. Получается за одну секунду 50 оборотов. То есть 50 ударов. И у нас 60 секунд. В минуте умножаем 50 на 60, получается 3000 оборотов. Ну, это, конечно, примерно. Ну, вот, трехтысячник, значит, двигатель. Так вот можно любые обороты считать, в принципе. Все. Вот оно, приложение работает. Это не реклама, это просто эксперимент. Спасибо за внимание.